Бог ты мой, как быстро время пролетело. А ведь, кажется, совсем недавно, ну, будто вчера. Будто вчера мы поступали с тобой в Могилевский пединститут. И когда приняли нас, мы на радости выпили 2 бутылки лимонаду. Да, слаще того лимонада я ничего не встречал после. А потом катались на лодке по Днепру, помнишь? И я смотрел на тебя влюбленным теленком. Ох, и олухом я был в такие минуты. Неправда. В такие минуты ты был для меня дороже всех на свете. Как все это далеко. Так я все-таки не вижу серьезного возражения с твоей стороны. Знаешь что, Алеш, я не только к тебе привыкла. Я люблю тебя. А в эти тяжелые дни еще больше полюбила тебя. И мне просто непонятно, как я могла бы уйти отсюда. Нет, Алеш, не подумав, что ты сказал, никуда я не пойду. Да. А я только... на тебя и рассчитывал. Уж больно трудное задание. И женщин, наверное, никто не захочет, я знаю. У которой муж здесь убит, не уйдет, мстит. У которой жив, не оставит в такое тяжелое время. Может быть, Даша? Не знаю. А может быть... Поищи ее, потолкуй. Надежда Петровна выходит. Является Наганов, Рагулин, Зорина, Дорож. Алексей Иванович. Звали Алексей Иванович. Да. Вот в чем дело, товарищи. Не исключена возможность, что мы будем иметь сутки на передышку. Ну, правда? Хорошо. Да, но отдыхать, конечно, не придется. Понятно, товарищ комиссар. Слушаю. Пакет от парламентера. Колесников разорвал пакет и читает, комкает бумагу в руке. Догадались, сволочи. Не дали передохнуть. Ну что ж, будем бить без передышки. Возвращайте товарищи к бойцам и готовьте их к новому штурму. Есть. Есть. Входит Надежда Петровна и Даша. Одну минуточку, товарищи. Дарья Михайловна, к вам есть одна большая просьба от всех нас. На вылазку? Да. Только на этот раз вам придется пойти немножко дальше Бреста. Приблизительно. За линию фронта. Зачем? Сказать нашим, что мы стояли на границе и будем стоять... до конца. Есть. Пусть не верят там всякой фашистской брехне. Мы верим в победу и ничего не пожалеем для нее. Может быть, будешь проходить через деревню Полыновичи? Заверни к моим, скажи, что я жив. Может, узнаешь, что о роте Пинчука? Зорина отошла к столу, повернулась ко всем спиной, чтобы спрятать лицо. Даша... Может быть, тебе не удастся добраться до линии фронта. Да, ну, мало ли что. Тогда передай людям. Пусть из уст в уста донесут нашу весть. Я сама донесу. Только... Что только? Только как я вернусь обратно? А зачем? Как зачем? Здесь же остаетесь все вы. Ты, Даша, сначала туда доберись. А там видно будет. Ах, да, конечно, там будет видно. Ну что ж, родные мои, пойду, не знаю, как оно там будет. Может быть, от первой фашистской пули придется голову сложить. Но не хочется мне прощаться с вами навсегда. Честное слово. Мы еще увидимся. До свидания. До свидания. Счастливо. Даша пожимает руку Рагулину, Дорошу, подходит к Надежде Петровне, обнимает ее. Надя,
родная моя. Мы еще увидимся. Пошла к Зориной, повернула ее лицо к себе. На щеках Зориной слезы. Успокойся, Нина. Все узнаю о нем. И если жива буду, сообщу тебе. До скорой встречи, сестрица моя. До скорой встречи, родные мои. С каждым днем все труднее и труднее становилось держать оборону. Силы защитников таяли, а фашистское командование, разъяренное неудачами, бросало в бой все новые и новые части. Медленно, настойчиво сжималось кольцо обороны. На 26-й день боев за крепость в руках защитников осталась только Тираспольская башня, которую обороняла рота Наганова к подступу к Белому дворцу и гарнизонному клубу, где закрепились остатки батальонов Дороша и Рагулина. Бойцы и командиры измучены до крайности. Они превзошли, кажется, все пределы человеческого напряжения. Комиссар Колесников приказывает собрать всех коммунистов и принести знамя полка. Но в это время и его ранит вражеская пуля. Боец Кукушкин лоскутями своей гимнастерки перевязал комиссара, поднял его на ноги. Вы, товарищ комиссар, стисните зубы до боли, чтоб в ушах зазвенело. Помогает? Пробовал. Угу. Меня тоже. Ну и как? Терплю. Ну и ладно. Я с просьбой к вам, товарищ комиссар. Я слушаю. Товарищ комиссар, не могу я больше жить без партийной жизнью. Вот как? Да. А сейчас тем более не могу. Я взводом теперь командую. И хочу, чтоб взвод мой шел в бой за коммунистов. Понимаю. Примите меня в партию. Вот мое заявление. А на обороте подписи всего взвода. Вроде рекомендаций. Правда, там и беспартийных подписей есть. Хорошо, товарищ Кукушкин. Заявление оформим после. А сейчас считайте себя коммунистом. Так и передайте всем своим бойцам. Разрешите идти. Иди. Или постой. Помоги мне встать. Вот так. Со всех концов сходятся коммунисты. Товарищ комиссар, коммунист. Хорошо. Коммунист. Зорин Евгеньевич. Наганов приносит знамя полка. Ермолаев явился. Тяжело раненые могли бы остаться на местах. Не могу, товарищ. Может, это наше последнее партийное собрание? Никакого собрания не будет. Алеша, со знаменем стань здесь. Так вот, товарищи,
нас осталось уже немного. Люди крайне утомлены, и могут быть случаи отчаяния, безнадежности. Мы, коммунисты, должны быть примером мужества и стойкости. Поклянемся перед нашим полковым знаменем, что будем стоять до последней капли крови. Будем стоять, как стоят где-то наши боевые товарищи, защищая родную советскую землю. Поклянемся же сберечь честь нашего боевого знамени. Клянемы весь мир голодных и рабов, кипит наш разум возмущенный, смертный бой вести готов. Знамя на огневой рубеж, знамя на огневой рубеж, равнение на знамя. Вперед! Вперед! Нога! Восьмой, последний день героической обороны Брестской крепости. Осталась уже небольшая горсточка людей. Враг теснит их в последнее убежище, в нижний каземат Белого дворца. Надежда Петровна и Зорина тащат под руки раненого комиссара Колесникова. За ними ползут обессилевшие от ран Дорож и Рагулин. Отступают к каземату, отстреливаясь из автомата Кукушкин и Наганов. Вот все они в каземате. Наглухо завалена дверь. Откройте! Кто бы это мог? Открывайте скорее! Это я, Пинчук! Что? А ну, Миша, открой осторожненько. Кукушкин слегка приоткрыл дверь. В каземат стремительно врывается немецкий солдат с автоматом. Свои! Стойте! Нина! Саша! Саша! Саша, жив! Жив! Леша! Жив! Откуда на тебе эта немецкая муниция? А это мой пропуск в крепость. В этом мундире я ночью прошел линию осады. Включился в немецкую штурмовую часть, которая наступала на вас. Дошел с ней до вашего каземата. А когда около дверей их осталось человек 10, я бросил гранату, а потом автоматом прострочил. Тащили подлецы целый ящик столом, чтобы взорвать вас. А где этот ящик? Там, за дверью. Но, Кукушкин, я... давай сюда его. Есть. Саша, немцы хвалились, что всю твою роту уложили. Не удалось. С семью бойцами я пробился в город. Там нас приняли добрые люди из подпольного обкома партии и проводили в партизанский отряд. Саша, а ты ничего не слышал о Даше? Товарищи, погибла наша Дарья Михайловна. Даша. Раненая, приползла она в одну деревню и, умирая, рассказала о вас все. И пошла в народе добрая слава о ваших делах. Дошла эта народная молва и до нашего партизанского отряда. Спасибо тебе, дорогой наш друг, Дарья Михайловна. И вечная слава. Саша, а что слышно о родине? Как бьется с врагом наш народ, Саша? Где фронт? Дорогие мои, наши войска, преодолевая препятствия, бьются за каждый клочок земли. На защиту Родины поднимается весь советский народ. Все, кто мог, бросились к Пинчуку. На глазах у людей слезы радости и благодарности. Колесников крепко прижал к груди Пинчука. Родной ты мой, за такие слова и жизни не жалко. Ради. Бойцы втащили ящик столом. Товарищи, давайте... отсалютуем. Как? Что ты придумал? А вот что. Немцы хотели взорвать нас,
А мы их винтом вверх подымем. Ты чего придумал? Немцы ползут сюда. Так. Заминируем этот каземат, а сами на третий этаж. Немчура хлынет, а мы ее тут и накроем. Понятно. А шнур длины? До третьего этажа хватит. Успеешь заминировать? Глазом моргнуть не успеете. Как, товарищ комиссар? Давай. Но пройти на третий этаж оказалось невозможным. Там был обвал от прямого попадания бомбы. Все остановились на втором этаже, не зная, что делать дальше. В проходе в каземат появляется Наганов и Кукушкин. Они тянут за собой шнур от замаскированного тола. Не задерживайтесь, товарищи. Сейчас будем зажигать. Обожди, Алеша. Да чего ждать? Под нами сейчас немцев пальцем не проснуть. В самый раз. На третьем этаже обвал. Обвал? Что? Так зачем же мы заминировали? Это же прямо под нами. Мы сами, Господу Богу, подымемся. Что это? Что? Что это? К нам ход начали расчищать. Товарищи, все, что в руках, к бою. Так. Внимание! Внимание! Вся крепость в наших руках. Дальнейшее сопротивление бесполезно. Сдавайтесь! 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 Смотрите, товарищи, заря занимается. Где-то далеко-далеко за фронтом, за Москвой, восходит солнце. Солнце нашей Родины. Давайте! 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 На сколько минут шнур? Минуты на три. Ну как, товарищи? Зажигай! Зажигай! Спасибо, друзья мои. Я так и думал. Народ не забудет вас. Миша! Действуй! Есть наверх вы, товарищи! Кукушкин зажег шнур. Все встали под развернутые знамя полка. Отступает, врагу не сдается наш гордый боец. Наганов пишет углем на белой стене. Умираем, но не сдаемся! Прощай, Родина! Пощады никто не желает. Раздался взрыв, принесший гибель новым сотням гитлеровцев и похоронивший под обломками камней последних защитников Брестской крепости. Так закончилось героическая эпопея, оставив в наших сердцах неизгладимую память о подвиге горстки советских патриотов на рубеже нашей Родины.